Река Иордан – один из центральных географических объектов повествования Библии. При этом Иордан имеет довольно скромные размеры. Есть упоминание о том, что в библейские времена Иордан иногда переходили вброд. Так Иаков со своими людьми пересек Иордан, возвращаясь из Вифиля в Ханаан. Река Иордан берет свое начало у подножия горы Ермон, протекает через Галилейское море и впадает в Мертвое море. Предположительно, название реки произошло от ивритского слова «йорет», то есть «спускаться». В этом случае название имеет не только прямой смысл, как река, спускающаяся с горы, но и духовный, так как именно при реке Иордан нередко спускалась слава Божия, творящая чудеса. Иордан многократно упоминается в Ветхом Завете как место совершения различных чудесных событий. Первое из них произошло, когда израильтяне с Ковчегом Завета по суху перешли Иордан под руководством Иисуса Навина напротив Иерихона. В этом месте было трудно перейти реку вброд, но для народа Израиля произошло чудо. Иисус Навин перевел евреев по суху между чудесным образом расступившимися водами реки Иордан, тем самым завершив 40-летнее странствование евреев по пустыне. Позднее 2,5 колена Израилева, которые поселились на восток от Иордана, построили большой жертвенник на его берегах, как свидетель между ними и другими коленами. Воды Иордана считались святыми и целебными. Пророк Илия был взят на небо с берега Иордана, а пророк Елисей исцелил от проказа военачальника арамеев Неемана, велев ему 7 раз окунуться в Иордан. Однажды Елисей сделал так, чтобы топор одного из сынов пророков всплыл, бросив кусок дерева в воду Иордана. В Новом Завете рассказывается об Иоанне Крестителе, который совершал свой обряд в тех местах Иордана, где было много воды. И именно здесь Дух Святой спустился в виде голубя на Иисуса Христа при его крещении в водах Иордана. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 16. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался». В наше время верующие люди со всего мира стремятся побывать здесь, у реки Иордан, чтобы увидеть своими глазами эту удивительную реку, вспомнить о тех чудесах, которыми полна ее история. И, конечно, сегодня, как и во времена Иоанна Крестителя, многие и многие люди приходят к этой реке, чтобы креститься в ее водах. Однако стоит помнить, что ни сама река и ни ее воды сами по себе обладают чудодейственной силой, но вера людей в Бога Израилева, который избрал эту реку, чтобы явить здесь свои удивительные чудеса. Река Иордан.